В Україні багато цікавих та талановитих художників, які можуть претендувати на зірковий титул. Завдання ArtCity вам про них розказати. Максим Мамсіков вважається одним з найяскравіших та затребуваних художників України. Його люблять галеристи, колекціонери, діти, друзі та взагалі усі оточуючі, хоча характер його неможливо охарактеризувати 100% привітним. Він людина специфічна, а ось його роботи інша річ. Мамсіков – п'ятерка. Почему все так любят Мамсикова? Ну что такого в нем, в шариках вот в этих? Потому что у него очень позитивное искусство, да, вот он продолжает развивать свою вот эту сине-голубую тему, да, но он уже сюда как бы подключает более яркие детали, она становится такой совсем позитивной. Ну а позитива, к сожалению, не так много, поэтому вот этот позитив, собственно, и всем нравится. Однозначно, он коммерческий. Искусство, оно все равно, оно без коммерции невозможно. А у тебя есть коллекции Мамсиков, скажи честно? Да, конечно, у меня есть его штора из раннего, голубая, очень-очень красивая и на одном из самых видных мест вот, в моем интерьере. У Макса всегда позитивные, радостные работы, которые вдохновляют, которые заставляют вспомнить о том, что наша жизнь – это не только будни. А вообще сама тема воздушных шариков, какую философскую подоплеку вы в нем видите? Детство. Насколько я вот успела за несколько минут узнать, что вы коллекционируете современное искусство. А есть ли в коллекции Мамсиков? Пока нет. А что так, почему так случилось? Наверное, дороговато будет. Дороговато будет? По поводу Максима Мамсикова. Тут такой ажиотаж его... Есть такой лысый человек, ходит здесь. Да, мы его знаем. Но все-таки ажиотаж вокруг воздушных шариков. Все доказывают, что это современное искусство, достойное внимания, и поэтому даже так дорого стоит, что некоторым коллекционерам не по карману. Каждый товар имеет своего покупателя. Это все нормально, это рынок. Поки дорослі колекціонери теревенять про ціни на роботи, художник пояснює свою творчість категоріями дитинства. Вокруг апокаліпсис іскусства, а у тебе шарики і радость, дитинство просто. Як удається зберігати таке настроєння? Ребенок, мені треба як би старатися для нього, в тому числі. От я і... Може бути, потрібно... Как-то более драматически смотреть на вещи. Все-таки мы не в сказке живем. Нет, ну мы-то не живем, конечно, не в сказке, но ну это же выставка, ну это все как бы, ну, в общем-то, это все натюрморт, как бы, и поэтому там, как бы, информация вся, она как бы, ну, может быть, только спрятана внутри. Щоб віднайти глибокі сенси у картинах відомого художника, звернімося до лікаря. Нехай пояснить, у чому тут загвоздка. Шари дитинства – це завжди грустно. Чоловік виростає, він... не сохраняет своего ребенка, и он всегда грустит об этом. Но он эту грусть не всегда чувствует. Вот когда он с этой грустью встречается, вот через эти картины я это вижу, это очень здорово. О такое лікар розуміє, а звичайні відвідувачі у розпачі. Как выставка? Выставка, ну, для детей где-то так, младшего дошкольного возраста. Звернімося до соратників по цеху. Я думаю, что это номер один живописец на Украине, потому что он великолепный пластик, он передает форму и содержание, и никогда даже не парится о каких-то светских контекстах своего искусства. Он видит флешбеками какие-то кадры, вырывает из жизни. Хотя мы видим реальные формы. Но они не существуют, да, они ведь нереальные, надувные вещи не могут быть реальными. Они сегодня надувные, а завтра сдулись, да, а картины остались. Поэтому это абстрактные вещи. Как считаешь, не сдуется, как воздушный шарик со временем моего искусства? Тут-то он пытается достичь совершенства, и это самое главное.